пытаюсь выставить приоритет, что Ачинск это главнее, Ачинский район нет. Я уже сказал о том, что проблема общая, но в Ачинском районе они имеют несколько иной характер. Я знаю, уже знаю и по обращениям знаю, но учитывая, что я участвовал в восстановлении Каменки после известных событий 19-го года, да, и курировал проект, который восстановление жилья в Белом Яре в прошлом году. Везде есть свои проблемы, везде ими нужно заниматься. Я видел в социальных сетях и в обращениях к губернатору, я, кстати, Запад-24, не знаю, присутствует здесь, нет, вы, да? Я Запад-24 отслеживаю, каждый раз учитывая, что Ачинск теперь моя закрепленная территория. Я знаю, что существует некие непонимания на сегодняшний день по амбулатории, по фельдшерско-акушерскому пункту в Ключах. Я знаю, что есть вопросы с водоснабжением. Ну, самое большое количество обращений, большая Совы, деревни и так далее. Будем заниматься, ну, просто в Ачинский район, учитывая сегодняшний этап, я приеду где-то дней через 10 отдельно. Потому что своя специфика есть, специфика Ачинская, специфика Ачинского района.